Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Фламинго Мило в таком прекрасном скине. Я даже не знаю, как он называется, кстати. Давайте глянем, узнаем это вместе с вами, да. Потому что скин интересный. Один за всех Мило. Ну, в общем, прикольный такой скин, на самом деле. Будем сегодня рассекать вот этой вот прекрасной шпагой, надеюсь, и убивать противников. Опять же, возьмем такую сборку, возьмем в пользование вот такую вот штуку. Конечно, после нерфа я, ну, после нерфа всех предметов, я не знаю, как оно будет вообще эффективно, нет. Расстояние 16, сегодня будем это тестировать. Ну и погнали в боец. Посмотрим, что же получится. Ну или не получится. Тут, как говорится, одно из двух будет. Опять же, команды в этот раз нормально заспавнились, меня это радует. За бота будет, наверное, у них ожесточенный бой. Но это будет у них, а не у нас. Ай, блин, они далеко слишком. Я попробую стать поближе, хотя бы, чтобы залутать. Кстати, посмотрите на этот радиус. Это по поводу того, что у Фламинго слабые гранатки, да? Слабые. Очень слабые гранатки у Фламинго, ага. Прям капец какие слабые. Вообще самый слабый персонаж, на самом деле. Да-да-да, самый слабый. У меня на нем стоит первобытный стинг, который дает мне за счет того, что уворачиваюсь первобытным, точнее активным навыком, когда я уворачиваюсь, он дает мне усиление урона и ускорение на 2 секунды, или на 3. По усилению урона там, правда, слабовато все. Ну, насколько слабовато, там вроде 30% по усилению урона. Но на самом деле очень жестко, видели, еще 7-го акула продамажил. Это было очень круто. Ну блин, мне бы команда помогала. О, помогает. Потому что вот этот баланс, который сейчас в игре есть, да, который связан с тем, что даже вот меня 7 уровни могут очень жестко пробивать, мне это не нравится. Конкретно не нравится, но что с этим поделать, я ничего не могу, поэтому что имеем, то имеем. Нужно залутать сейчас аптечки. Вообще без вариантов. Джейд очень долго умирает. Так, лутаемся и погнали. А, Никс лутался ради стенки, да? Серьезно? У нас слоник немножко как-то себя вел странно. Возможно, там с кем-то ходится. Так, ну я пока что бахаю автоатака немножко. Так, этого мы убиваем. Блин, это надо было промахнуться только что, да? Да что ж вы урачиваетесь так? Воротливые попались нам противники. Бля, там черепах идет. Что-то вас много как-то. Ребятки, вы там это, не быкуйте особо. Надо сначала убить большинство, чтобы было проще драться. Так, змеюку также надо убивать. В любом варианте. Резаем слоника. Красавцы. Давай, погнали. Черепаха сейчас тоже убьем противника. Все, давай, до свидания, черепах. Ты кто такой? Ты черепах. Поэтому давай, до свидания. Ну, более-менее нормально. Вот я же говорю, сегодня какой-то день прям очень странный. Какие-то, ну, адекватные попадаются. Причем, заметьте, даже 7 и 6 уровни прям очень адекватно попадаются. И это, на самом деле, очень странно. Потому что такое, это прям редкость, когда происходит. Но вот сейчас это происходит. Как ни странно. Ну, кстати, автоатака, если что, которая не тащит, да? Автоатака, которая не тащит. Чекаем. Ну, опять почти автоатака. А, мы победили? А я там думал, еще где-то сквад один бегает. Ну, как-то изи. Ну, не особо изи, конечно. Вот. Печально, на самом деле, что так сильно пробивают. 7 уровне, 13 Фламинго. Это подкрутка, да. Прекрасная подкрутка, что можно сказать. Кстати, у меня, вы видели квест, да? Лучше один предмет. Мы сейчас, наверное, его заменим. Опять же, в премиум пропуске доступна такая возможность, как заменять квесты. Да. Почему его заменяю? Потому что его почти нереально выполнить. Он немножко глупый, на самом деле. Вот убить 4 охранника — это изи. Как бы. Поэтому мы отправляемся в следующий бой. Ну, что бы сказать, канистра гелия, конечно, себя не очень показала в этом бою, да? Но вообще,
это как предмет, который не позволяет резать союзников, противнику, да, не позволяет им поднимать предметы. Это очень круто. То есть можно от аптечек, от разных штук защищать себя. То есть противники не смогут этого лутать, а значит ты будешь доминировать над ними. Вот и все. Резнуть они не могут, лутануть не могут, а значит и поражение у них скоро уже светит. Мне бы сейчас залутать, конечно, легендарный дроп. Ну ладно. Одиночная граната, бобер, ты серьезно? Ох уж эти недоигроки, которые используют кофе на бобре. Ужас. Ну, по нику там все понятно. Кто это, да? Одиночная граната, понимаете? Одиночная. Одиночная гранатка. Ну это печально, что поделать. Была бы сейчас у меня. Вот знаете, что там прикольно? Там вроде бы Никс даже у меня не забирал гранату. То есть у меня были шансы залутаться хорошенько. Я мог это сделать. Эх, тут гранатка. Бачок, наверное, не возьмет, да? Ну ладно, тогда себе заберу только. Пойдем, наверное, на перерез. То есть вот так вот понизу. Потому что, мне кажется, сверху там противников нету. Ребятам помощь там вряд ли будет нужна. А вот здесь я пройду по-быстренькому. И смогу им помочь, если что. Ну, как я и говорил, противников здесь нет, поэтому все хорошо. Фух, остался против нас один сквад. Хотя мы особо ни с кем не дрались, то есть этот сквад, скорее всего, сейчас очень неплохо одет. Хотя, может быть, на самом деле по-другому, потому что... Ну, вряд ли, вряд ли. Скорее всего, там ребята очень плохо одеты. Ага, золотой лук у всех есть, окей. Я тогда залутаюсь чисто для себя. Кстати, у бобра не было, странно. То есть у хамелеона был, у уникса был, у бобра не было и у меня не было. Странно. Ну, что есть. Как прекрасно, да, ребятки? Вовремя. Самое главное, что вовремя. Так, ну пока что у нас здесь хорошо. Я попробую выманить своих союзников, потому что, ну... Драться сейчас по куполам на краю зоны, это будет очень плохо. Очень, максимально плохо. Проще драться вот здесь, вот где-то на открытой местности. На автоатаке, конечно, сейчас бахаем, чтобы не тянуть время с этим всем делом, да? Закинем гранатку. Бачка отталкиваем. Блин, я думал, он сейчас побежит дальше. Он сразу решил сбежать. Ты чё, бачок? А чё вас так много, а? А где моя команда все? Понимаю. Понимаю. Полезная команда. Чё я могу сказать? Да блин, ну! Это была наша победа? Была наша победа? А, они меня просто не захотели резать, да? Просто эти два существа, за них Сай и Бобра, которые были с гранаткой, да. Они просто стояли и ждали, пока мы все умрем. То есть мы дрались больше минуты, если я не ошибаюсь. Реально, я реально там очень долго дрался, я жил, выживал, тянул время, убивал. Ну, то есть я один в три дрался, по сути, да? Мы союзники сразу умерли. А этот бобер с Никсом стоят сбоку и пофиг. То есть насколько нужно быть... ну, вы поняли, да? Чтобы вот так вот играть. Это печально. Это печально, на самом деле, но с этим поделать ничего не получится. Ой, к сожалению, да? Ну, можно отстреливаться хотя бы пока что гранаткой. Ребятки, мы здесь лутаются. Я могу сейчас за счет того, что буду подставляться под удары, дамажить сильнее, чем... Ну, кстати, автоатака, если что. Бесполезная автоатака. Так, отлично. Кстати, очень круто у них играет пингвин. Так, орла мы тоже шотаем. Брюсика надо бы убить. Дерзкая морда на Брюсе. Пытается что-то сделать. Да блин! Ох уж любитель ботинков. Ох уж любитель ботинков. Ну это резай ты меня, ну что ты делаешь? Как? Он просто отошел. Да вы, блин! Как же они бесят.
Где моя команда? Что с Ярой? Ребята, ну деритесь, ну. Ой, как же бесит. У меня, правда, нет аптечек, из-за этого проблемы в основном. Да как вы успеваете резаться? Да блин, я ж нажал, ну. Ой, бомбит у меня. Как у меня бомбит? Как у меня бомбит от этой Яры, которая просто стоит в шаге от нас и ничего не делает? Как же бомбит? И то, что я столько... Ну сначала помоги, ну потом аптечку золотой, ну... Я манал их, я их манал, они издеваются надо мной. Ну хоть армор залутал, хоть что-то. Ой, Яра пришла, спустя 100 лет, зачем ты пришло? Фух, как же не горит. Как же не горит, ребят, вы не представляете. Вообще не горит ни разу. Ой, спокойно, спокойно. Нужно быть спокойным, да? Спокойным. Я спокойный как удав. У меня есть две аптечки, мы доминируем. У нас все хорошо. Я наношу урон. Прекрасный. Все, мы всех убили. Фух. Фух, как же не душно. Как же не душно. От слова совсем вообще. Не чувствую душнины. Но было весело. Было весело. Если бы не это Яра, и то, что у нас еще один сокомандник где-то вообще не пойми чем страдал. Если бы ребята вот эти вот, которые со мной сначала резали, а потом лутали аптечки, то я бы был бы сейчас с аптечкой на изи. И не умирал бы там по КД. Ну и Брюс, конечно, с ботинком это было нечто. Любитель ботинков. А вот был бы он здесь, что бы он сделал? Правильно, ничего. Почему? Потому что у него ботинок. Потому что у него ботинок, и с ботинком бы он ничего не смог сделать без кустов. Но ему повезло, он был в той зоне, поэтому такие дела. Ну выходи! Уставая Джейд. О, это тот пингвин, кстати, который скилловый был. Ну, судя по действиям, он был скилловый. У меня тоже не такой уж и промах. Поэтому все норм. Ну, что, остался последний противник, это кролик. Брюсика резаем. И все, и победка. Фух. Ну, в итоге, смотрите, у нас все были красавчики. Правда, не знаю, чем Яра занималась это время, но, походу, она там тоже то ли дралась, то ли еще. Поэтому, ладно, обвинение с нее снимаем. Мы сегодня тащили, как могли, и в итоге получилось затащить. Ну, по сути, если посмотреть по киллам, мы убили 3 сквада. Но это по киллам. Наверное, там все-таки боты заняли немаленькую часть. Но вот такая вот победка, ребят. Вот такой вот Фламинго Мило. В принципе, хорош, но без поддержки команды тяжеловато. Тяжеловато. Это все-таки не соло бои, где он может затащить за счет бомбы молотова, за счет огромного радиуса, за счет своего активного навыка. Поэтому такие дела. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не забывайте участвовать в розыгрыше. Видео есть на канале. Там целых 15 000 гемов разыгрывается. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.